Около 2 килограмм наркотиков в колесе машины. Сильнодействующие вещества в крупном объеме обнаружены полицейскими у жителя Хасавюрта. При проверке документов водитель вел себя подозрительно, поэтому сотрудники полиции приняли решение досмотреть авто. В багажном отсеке в запасном колесе были найдены свертки с запрещенными психотропными веществами. По факту собран материал, ведутся следственные действия.